Добрейшего тебе времени суток. В Инстаграме сейчас идет опрос, ну что я тебе рассказываю, вот посмотри. Скажи, пожалуйста, что сегодня снимаем? Значит, два варианта, как всегда у нас. Первый вариант — это покупка мастерноды, сам понимаешь, что там следует. Второй вариант — это TDX майнер для красных на хайве. Ты тоже как помоги определить с выбором, опрос только создал, как бы он на 24 часа, через 24 часа будет понятно, что будем снимать с тобой. Ну а сейчас хотел с тобой поделиться, купил вот такую штуку, смотри. В магазине Озон за 1500 рублей, видишь, да? Короче, эта штука нужна, ну ты, наверное, ее уже видел на ютубе, но я решил тоже чистку сделать. Вот я предлагаю сегодня нам с тобой почистить. Сейчас мы ее затесим. Вон, смотри, как она дует. Сейчас я ее поставлю. Ладно, я ее держать буду, чтобы она не отлетала. Короче, я тут с офиса принес рейзера, ты видишь, какой здесь слой пыли, да? Вот, чтобы их почистить. Из-за этого я, в принципе, и заказал эту штуку. Смотри, вот это райзер. Только надо как тебя получше поставить, чтобы тебе поудобнее было смотреть. Вот так, что ли, она крепится или как? Ты мне хоть скажи, как ее крепить надо. Здесь, видишь, смотри, 6 скоростей. Я на 6 скорости сейчас буду чистить. Значит, смотри, я не знаю, но я надеюсь, что тебе видно. Запомни, да, сколько грязи. Вот, поближе сделал. Ну так, смотри, как новый вообще, да? Только вот здесь вот надо, на это, наверное, надо спиртиком уже. Это уже, знаешь, такая, как тебе сказать, это уже не грязь. А, нет, грязь. Вот я ее пальцем, видишь, стянул, смотри туда. Раз. А это уже надо, короче, спиртиком, видимо, почистить. Дальше, короче, будем чистить видюху. Как-нибудь постараюсь, чтобы ты увидел. Смотри. Так, еще раз крепим. На самом деле, я не знаю, видно или нет на камеру, но пыль летит сейчас коромыслом, я тебе точно говорю. Я неправильно как-то эти кулера держу. Я еще, знаешь, держу и пытаюсь, чтобы тебе видно что-то было. Слушай, тема вообще, столько пыли вылетело, я, наверное, здесь буду неделю убираться в этой комнате теперь. Слушай, все это, конечно, хорошо, только мне кажется, тебе нифига не видно, а так видеокарта в хорошем состоянии стала. Единственное, что вот эту грязюку, видишь, что эту грязюку, ее уже надо чем-то отмывать, типа спиртом там, я не знаю, или чем-то еще. Надо мне как-то тебя поудобнее поставить, чтобы ты у меня все видел. Ладно, сейчас соображу, подожди, потому что сейчас будет самое интересное. Риг будем чистить, не снимая карт вообще. Но предварительно почистим материнку. Короче, я тебя поставил на место утюга, только ты смотри, это не падай, ладно? Короче, там отказался сидеть, придется тебя в руке держать. Ну смотри, сколько пыли. Ну блин, жалко, конечно, кулер я не смогу зажать рукой, но да фиг с ним. Погнали. Походу бракованная, я не знаю. Дубль два. Ладно, это фигня, сейчас пойдем к ферме, короче. Ну тут-то ты должен видеть, какая пыль. Смотри, сколько пыли. Смотри, смотри, смотри. Вообще конкретно. Здесь видеокарты, видишь, мои, смотри. Этот провод туда попал. Да ладно. Смотри, какой блок. Короче, я ее отключил, но вот это категорически нельзя делать. Здесь минимум две грубейшие ошибки, а то и больше, я уверен, ты насчитаешь. Во-первых, я это делаю с другими ригами, соответственно, пыль осядет на другие риги. Во-вторых, может что-то отлететь, вот, и куда-то потом что-то плохо работать там и так далее. Ну, блин, ты же знаешь, да, что я ленивый. Поэтому, что, начнем. Смотри, ух, ух. Ай-я, зацени. Вот, смотри, там пыль есть. На весу лучше не делать, а то это может все кулера поломать, ну да ладно. Смотри, чистый, как завода вообще. Вообще как завода. И теперь материнку протру, пойду. Вон на блоке, смотри, сколько пыли. Ну все, загрузилось, ништяк. А чисто вот протереть грязь я взял за 100 рублей вот такие вам видео салфеточки. Ну я имею в виду, ты понял, с этих, с пластмасс там и так далее. Вот, ну а на сегодня у меня все. Подписывайся на канал в Инстаграме, подписывайся на канал на Ютубе. Зайди, пожалуйста, проголосуй в вопросе. Всего доброго, пока-пока.